Сито можно подняться по канатной дороге на высоту 4050 метров. А напоминаю, что Кито находится на высоте 2800 метров. И отсюда, по сути, должен открыться обзор на город. Все зависит от погоды. Мне повезло. Вот разошлись облака, потому что мы поднимались, было все облачно. И сейчас виден город. Вроде как вам еще обещают увидеть тут целую гряду вулканов, но вот их как раз не видно. Сейчас я вам покажу, как это должно выглядеть. Вот, и как это теперь на самом деле? То есть ничего не видно. Ну, слава, хоть город видно, уже неплохо. Так, можно перейти на другую сторону Мирадора. Вот, и здесь открывается следующий вид. Внизу видно Кито. Надеюсь, вам видно. 4050 метров высота, господа. Сейчас хочу вам показать мою попутчицу. Ее зовут Денис. Hi, Денис! Hi. Она из Канады. Ей 75 лет. Она путешествует уже 10 лет. Смотрите, какая у нее приятная улыбка. You want to know where I live, where I come from? Yeah, I said it. Oh, okay. И, между прочим, ее маме уже 102 года. Вот так. Is that for your blog? Oh, why is that there? Сейчас мы едем вниз по канатной дороге. Сейчас я вам немножко покажу вид.